В Лемберском суде огласили приговоры 33-летнему жителю Арзамаса и двум 26-летним жителям Мордовии. Все трое обвинялись в незаконном обороте наркотиков в крупном размере и покушении на сбыт наркотических средств. Как установлено в ходе предварительного следствия, весной 2019 года обвиняемые вступили в состав организованной группы под названием «Веселый Роджер», деятельность которой была направлена на незаконный сбыт запрещенных веществ на территории Мордовии и соседнего субъекта. Согласно распределенным ролям, оптовый закладчик извлекал из тайников крупные партии наркотиков. Курьер осуществлял доставку к месту сбыта, а другой закладчик делал тайники с большими и мелкими партиями для дальнейшей их реализации потребителям или другим соучастникам. Согласно достигнутых договоренностей, за каждый оборудованный тайник и возмещение транспортных расходов обвиняемые должны были получать денежные вознаграждения. При этом взаимосвязь между руководителями и участниками организованной группы осуществлялась дистанционно. Фигуранты использовали вымышленные имена, напрямую между собой не контактировали и лично знакомы не были. Всего за один месяц, с апреля по май 2019-го, осужденным удалось организовать порядка 100 закладок в Лямберском районе республики. За указанный период они совершили сбыт и покушение на сбыт N-метилоэфедрона и марихуаны общим весом 450 граммов. В момент создания очередного тайника фигурантов задержали наркополицейские. Один из закладчиков-потребитель, увидев оперативников, решил уничтожить улики и проглотил сверток синтетики общей массой около 5 граммов. В отношении троих участников группы за незаконный оборот наркотиков в МВД возбудили уголовное дело. Свою вину молодые люди не отрицали. По приговору суда, в зависимости от роли каждого, обвиняемым назначено наказание в виде 8 лет, 4 лет 6 месяцев и 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».